самом деле очень хорошее мероприятие. Второй год подряд мы проводим его. Собираем полный зал гостей, родителей, воспитанников наших в большей части, бабушек, ветеранов, проработавших в спортивной школе, проработавших в центре дополнительного образования, в кванториуме. И это всех всегда радует. Такое мероприятие очень полезное для нашего города, для процветания, для популяризации видов спорта,